Больше 12 миллионов россиян могут получить 50% скидку при оплате капитального ремонта. Речь идет об инвалидах и семьях с детьми-инвалидами. Законопроект с такими предложениями внесен в Госдуму. В частности, инвалиды получат скидку по оплате капремонта, а одинокие пенсионеры могут быть вовсе освобождены от этих расходов. Напомню, программа капремонта была запущена в прошлом году. Теперь жители сами оплачивают его при софинансировании из бюджетов разных уровней. Жители Ненецкого округа в августе перечислили около 3 миллионов рублей на капитальный ремонт своего жилья. По данным Государственной инспекции строительного и жилищного надзора Ненецкого округа, количество многоквартирных домов, собираемость взносов, на капитальный ремонт в которых превышает 100%, за последний месяц выросло с 5 до 9. К числу добросовестных плательщиков из Наринмара и деревни Макарова добавились жители сел Великовисочная, Нижняя Пеша и Тельвиска. Вместе с тем, собственники 36 домов в округе перечислили на капремонт менее 50% от плановой суммы. По данным регионального оператора, худшая собираемость средств на капитальный ремонт отмечена в доме номер 33Б по улице Ленина, всего 2,3%. Всего за 8 месяцев текущего года на общий счет регионального оператора поступило чуть более 21 миллиона рублей, что составляет 70,3% от требуемой суммы. За год необходимо собрать чуть более 45 миллионов. По информации генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого округа Павла Масюкова, собираемость платежей в Ненецком округе в числе самых высоких по северо-западу. И собранные средства уже пущены на ремонты домов, в них нуждающихся. Все дома региона разделены на 10 трехлеток. В рамках первого этапа 2014-2016 годов идут ремонты в трех домах. Жильцы 17 строений от обновлений отказались. Эта программа сформирована таким образом, что в первую очередь в нее попадают дома, имеющие большую степень износа и больше период эксплуатации. Поэтому дома более старые попали в первую очередь. Износ у них на грани того, чтобы их признали, ну то есть включили во второй этап переселения на программу. Поэтому многие отказались ввиду того, что сетуют на то, что после ремонтов их дом станет новым и они тогда не попадут в переселение. Так как на первый этап программы деньги уже заложены, решено немного сдвинуть очередь и в следующем году провести капитальное обновление домов, которые вошли во второй этап программы с 2017 по 2019 годы. Собрания с владельцами квартир проходили в течение сентября. На них жильцам многоквартирных домов предлагали провести работы по ремонту инженерных систем вода, газа, тепла и электроснабжения, кровли, фундамента, фасада и других конструктивных элементов. Алена Валей, телеканал «Север».